Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Мафия 2002 года. Так. Загрузить. Чисто для разрядки. Сигары надо привезти, точно. Давайте видео пропустим. Надо привезти сигары. Оно у нас есть в предыдущем видео в оконцовке. Пойдем. Да подвинься ты, твою мать. Калич. За оружием. К Винченцо зайдите. Ну, тварь такая. Еще машину мою, блин, прихватил, скотина. Давай. Привет, парни, чем займетесь? Дай Тому биту и пистолет, и еще дай нам два Томпсона. Ладно. А бита-то мне зачем? Вот спасибо. Вам главное Томпсон, а мне, да, бита и пистолет. Спасибо, Винченцо. Я думаю, это несправедливо. Во. Так, какую бы мне взять? Гараж-то у меня переполнен, да? Я никогда раньше не видел таких замков. Привет, ребята. У меня есть кое-что для вас. Это, блин, машина босса прошлого. Да, она мне нравится. Выглядит просто отлично. Вы можете открыть ее вот таким образом. А вот стоит мне ее брать такую? Или уж на проверенных ехать? Хотя вроде, ну... ладно, это мы можем. У босса-то она была... Похоже, я не знаю, как туда... Не за что. Пипец, она была скоростной. Не, блин, еще машину убрал какую-то из гаража, что не помню. Ну садись уж куда-нибудь. Вот так. Ох ты, реально что-то такая скоростная, кстати. С места даже он. Правда, пипец большая. Чисто для разрядки. Ну давай. Чисто для разрядки. Ладно, мы поедем в одно место в рабочем квартале и высадим Сэма там. Так. Давай. О, шустренькая такая. Давай, налево. Я уверен, она еще по прочности-то хорошая. Гоп, мусорок. Я найдут, не бойся, там мент рядышком был. Отберет уж, не бросит тебя. Блин, был бы ассасином сейчас, бы гоп, гоп по домам. А, подожди, помимо ассасина еще же, блин, похожий персонаж был в Том Райдере, точно, все вспомню. Была такая карта там, только не помню, какой Том Райдер, правда. Какая часть, ну была, была, из старых что-то. Так. Привет.
Так, поезжайте в условленное место в рабочем квартале. Вот-вот, прямо здесь. Отлично. Раз уж мы здесь, я хочу вас кое о чем спросить. Что ты имеешь в виду? Есть у меня одна идея. Вы мне должны помочь в одном деле. Что ты должны? Да. Что ты задумал? Ну, это большая игра. Один я не справлюсь. А мы с вами старые друзья, хорошо знаем друг друга. Ну, в общем... А Сальери? Он-то знает об этом? Нет, не знает и не должен ничего знать. Ему капусты хватит до пенсии. Понятненько. Ну так в чем дело? Понимаете, я тут присмотрел один банк. Что? Что? Успокойтесь, все в порядке. Этот банк дерьмово охраняется, проблем не будет. А в сейфе в конце месяца всегда лежат крупные суммы. Мы с вами будем богачами, если сумеем его взять. Или покойниками, если не сумеем. Что с тобой? У нас и так денег до черта. Все верно. Тупица. У нас есть деньги, но не до черта. Сальери неплохой босс, но я хочу хоть раз в жизни получить реальные бабки, а не эти крохи. Я не уверен, что это хороший план, Поль. Что скажешь, Сэм? На меня не рассчитывай. Мне дорога часть семьи. Ты прав. Наверное, ты прав. Забудем об этом. Все это только мысли вслух. Ладно, забудем. Ладно, думаю, нам пора. Пойду собираться. Я скоро вернусь, Том. Давай прогуляемся до порта. Сейчас меня будет наседать, да? Давай. Прогуляемся до порта. Да ты охренел, что ли? Берем машину нахрен. Твою мать. Я-то думал, там ближний свет нам. Так. Давай, давай, давай. Поворот налево. Что-то молчит, ничего не говорит. Понятненько. Ну реально управление-то она легкое. Теперь мы дождемся, пока мимо проедет грузовик, и сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо. А я же здесь был уже. Ну давай. Вот это он. Твою мать. Свернуть не дал. Оставь меня в покое. Хватай его. Давай свои документы, и с тобой не случится никакой беды. Быстро!
Да твою мать. Больше мороки с вами нахрен. Застрелил и все, и делал край. Вот смента еще поимел. Лежит там. Машину жалко бросать, правда, вот эту. И этот врезался в него. Сесть вперед. Оли мертв. Охренеть, подожди, это хрень какая-то получилась. Теперь мы дождемся, пока мимо проедет грузовик и сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо. Давай, выходим. Вот он едет, грузовичок. Господи, помогите! Меня в покое! Ваш... Так, ага, ваша личность была раскрыта, значит, теперь не здесь. Дождемся, пока мимо проедет грузовик и сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо. Блин. Давай. Так, мы знаем, куда ты поедешь. Мент. Подожди. Блин. Вот так. Хватай его. Давай свои документы, и с тобой не случится никакой беды. Быстро! Я тебе ничего не сделал! Не У меня надо. Ничего нет! Не убивай меня! У меня жена и дети! Так не надо было делать. Я встречу Сэма, и мы вместе будем ждать тебя. Все, вот так. Давай, все, поехал.
Вот так вот, блин, вот так вот. Остановитесь, покажите документы. Пожалуйста. Что вы там вытворяете? Сперва надо разгрузиться, а потом уже грузить по новой. Тебе сюда нельзя. Так, минутку. Эй, куда ты собрался? Стой, остановите его. Понятно. Так, ладно. Теперь мы дождемся, пока мимо проедет грузовик и сядем на хвост. Опять? И вместе возьмем все, что надо. Охренеть. Давай. Поехали. Выходим. Куда ты поехал так далеко? Так. Что ты делаешь? Оставь меня в покое! Подай его! Давай свои документы, и с тобой не случится никакой беды. Быстро! Том, так не надо было делать. Я встречу Сэма, и мы вместе будем ждать тебя. Дальше, Том. Сейчас надо посмотреть сначала. Там еще мент был. Атлантик Экспорт. Кошмар. Ой-ой-ой. Зарисовка, блин. В танчиках такая же была, когда танчики только выпустились. Прорисовка. Остановитесь, покажите документы. Что вы там вытворяете? Сперва надо разгрузиться, а потом уже грузить по новой. Тебе сюда нельзя. Понятно.
Не понимаю. Теперь мы дождемся, пока мимо проедет грузовик, и сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо. Давай. Битой гасить его надо, что ли? Ну я жду. Остановитесь, покажите документы. Ваши бумаги. Я сказал, покажите документы. Тебе сюда нельзя. Теперь мы дождемся, пока мимо проедет грузовик, и сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо. Так, ладно. Тогда используем чуть-чуть другой вариант. Подождем, когда разгрузится, я так понимаю. Другого варианта тут нет. Давай за мной. Что стоим, кого ждем? Вон он едет. Так, я так думаю, он сейчас должен разгрузиться. Псих. Понятненько. Что за...
опасно с дороги! Так. Так. Он уехал. Короче, я просто не дождался его. Да твою мать! Миссия проиграна, нахуй. Понятно. О. Есть шанс. Ну-ка, давай. Это может быть так и задумано было первоначально. Ой-ой-ой-ой-ой. И сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо. В тихом месте. Ну давай. Поехали. Я буду рядом. Едет быстренько так. Давай. Помог я тебе, да? Эх ты! Езжай давай. Что бы ты без меня делал? Пойдем смотреть, как его разгружают.
Ой. Ждем. Давайте еще фотку. Оставь меня в покое! Хватай его! Давай свои документы, и с тобой не случится никакой беды. Быстро! Я тебе ничего не сделал! У меня нет, ничего прошу, нет! Нет, пощадите меня! Я порежу тебя на бифштексе! Не убивайте меня! Нет, это Сэм, и мы вместе будем ждать тебя. Удачи, Том. Так, что такое? Тихий закоулок. Вот он и тихий закоулок. Надо было бы ждать. Да шевелись ты нахрен. Давай. Замутили-то как, чтобы я специально ждал. Останетесь, покажите документы. Ладно, можете проезжать. Ну вот. Карты нет. А где я должен все коробки разобрать? Где-то здесь. Так, а где тут? Импорт, а где ваш?
Где? Ну-ка. О, угадал. А что, я должен носить? Куда ты их понес? К этим ящикам нельзя даже пальцем прикасаться. Ты ведешь себя как-то подозрительно. Охрана! Нахрен. Еще раз. Теперь я уже точно знаю, куда ехать. Понятно. Куда ты прешь, а? Чем ты занят, а? У нас рук не хватает, а ты дурака валяешь. Быстро хватай эти ящики и неси их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтоб к моему приходу все было сделано. О, как. Так. Ой, чувствую, надо будет убегать мне тут. Давай. Блин. Куда ты их понес? К этим ящикам нельзя даже пальцем прикасаться. Ты ведешь себя как-то подозрительно. Охрана! Твою мать! Выходим. Куда ты прешь, а? Чем ты занят, а?
У нас рук не хватает, а ты дурака валяешь. Быстро хватай эти ящики и неси их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтоб к моему приходу все было сделано. Ну, Даша. Так. Теперь нам никто не помешает. Как вы обо мне узнали? Так. Куда ты прешь, а? Чем ты занят, а? Давай, давай, давай. У нас рук не хватает, а ты дурака валяешь. Быстро хватай эти ящики и неси их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтоб к моему приходу все было сделано. Пока вроде нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А где меня не знают? Меня уже везде знают. Так, ладно. Ой, какой раз уже. Так, воевать не... Не вариант, тут как-то по-другому надо, потому что когда я только его гашу, даже те, кто его не видят, меня начинают гасить. Ладно.
Вспоминай, вспоминай. А? Чем ты занят, а? У нас рук не хватает, а ты дурака валяешь. Быстро хватай эти ящики и неси их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтоб к моему приходу все было сделано. Иди. Привет, мужики. Чем могу помочь, приятель? Парни, нам надо отнести эти ящики в зал отправки. Шевелитесь. Ладно, пошли, ребята. Так. Да подожди ты. Давай. Хреново, что у нас только двое. Но где вот остальные? Блин, так долго будет. Обрежем. Итак, тащим последний ящик. Сейчас они еще притащат. Все, ящики уже. Хорошо, только ты свалил их здесь, как мусор. Сойдет. Теперь-то что? Как мне те ящики-то забрать? Мне уж все, бежал, ты только пришел. Шеф, вон тем парням нужна ваша помощь. У них небольшие проблемы. Так я и знал. Стоит только отвернуться, сразу же все испортят. Чувствуется мне, что тут глюкнуло все. Привет, мужики. Чем могу помочь, приятель? Да ничьи. Пошел. Мне, чтобы помочь мне грузить здесь хотя бы. Она да. Ой. Все коробки, да, значит? Миссия муторная. Мутер. Как от Рамштайна, нахуй.
поставить сюда. Этого-то пока нету, и слава богу. Давай, давай, давай. Я как понимаю, тут еще и скорость мне сейчас нужна. Не хочу, блин, заново все эти ящики грузить, разгружать. Так. Остановитесь и покажите документы. Здесь совсем не то, что написано в бумагах. Хватай его! Хватай его! Помогите! Ой-ой-ой! Поехали. Давай, 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 давай. Да блин, я тут один, хренач. Мы вдвоем отведем грузовик на склад. Встретимся там через некоторое время. Вот так.
Так. Ладно, пошли. Поехали. Ну, миссия-то уже по продумании. Осторожно! Осторожно! Поехали. Ограничитель. Пока вы двое слонялись туда-сюда, я перетащил тонны ящиков на глазах у вооруженной охраны. Кто-то должен был это делать. А ты у нас молодой. Сэм всегда подает хорошие идеи. Молодой. А, так это придумал Сэм. В другой раз сами будете разгружаться, а я пальцем не притронусь к ящикам. Ладно, в другой раз посмотрим. Пока все идет хорошо. Машина не убита. Ящики загружены, хвоста нет. Прекрасно. Только у меня 65% нахрен. На. И где аптечку брать? Даже пока не знаю. Отсюда поеду, покуда еще не ездил. Блин, ну что там не видно ни хрена. Штрафы ваши. Кошмар. А куда вы все едете? А где вы все работаете? Прекрасная дорога. Это полиция или что? Ладно. До упора и направо. С другой стороны будем заезжать. Ага. Вот тебе и дорога. Вот новый поворот.
Чудесно, чудесно. Провернули дело. Приехал. У нас получилось. Хорошо. Теперь, наконец, можно посмотреть, что в этих ящиках? Хорошая мысль. Надеюсь, они в дороге не помялись. Давай, мне сейчас интересно знать, если несколько это не сигары, то что это? Сигары рассыпались. Ничего страшного. Вот этот только погнулся. Сейчас выпрямим. Черт, я его совсем раздолбал. Какого черта ты там делаешь? Что? Уронил несколько штук, ничего серьезного. Эй, коробочка, что у тебя внутри? Боже, Том, ты не поверишь. Что это? Что там в коробках? Что? Черт, ты думаешь то же, что и я? Ну, они не похожи на сигары. И это определенно не леденцы. Алмазы. Это бриллианты, просто хреново прорва. А что, если это просто подделки? Ну, знаешь, меняют сигары на зеркальце, бусы, бижутерию и всякую такую фигню. Я думал, только Колумбу это сходило с рук. Они похожи на бриллианты, Том. Просто чертова уйма. Я знал, что Сальери не будет так рисковать из-за каких-то гребаных сигар. Ну, похоже, что ты был прав. И что ты будешь делать? Может, возьмем их? Чего? Думаешь, никто не заметит? Ну, мы могли бы сказать, что несколько ящиков потерялись во время погони или... И не думай даже. Полная херня. Положи их туда, где нашел. Я не хочу закончить с дыркой в голове. А придется. Раз ты знаешь, раз ты все видел. А что, если мы возьмем по парочке? Их так много. Более. Ладно, положу назад. Все равно возьмет. Соблазн. Великая штука. А что, если Сальери о них даже не подозревает? Думаю, мы легко можем проверить, знает или нет. Как? Сейчас он подъедет с Сэмом сюда. Вот его и спросим. Давай. Сам подъехал. Браво, парни, вы это сделали. И заслуженная награда уже на подходе. Один ящик сломался, но это ничего. Похоже, что эти сзади в порядке. Браво, браво. Босс, нам разгрузить ящики и перетаскать сигары на склад? Нет, нет, не сейчас. В любом случае, зачем вам мараться? У меня есть другие люди. Или вы хотите поработать еще игрушками? Так что идите и не переживайте, парни. Короче, и делиться не хочет. Хорошая работа. Поле? Ага. Я заскочу к тебе завтра. Надо поговорить об этом дельце, которое ты упоминал. Ладно. Надо будет, да. Гараж полковую машину хотите удалить?
Даже не знаю. Синий. Давай какой-то черный удалю. На следующий день я пришел к Поле, как мы и договорились. Так что, Том? С чего вдруг такой резкий разворот? Ты вроде не собирался этого делать. Тогда я не думал, что Сальери нас использует. Теперь я это знаю. Ну, тут ты, конечно, прав. Так что, сделаем этот банк? Как насчет Сэма? Эй, ты же его слышал. Он все беспокоится насчет того, что будет, если Дон нас накроет. Так что пойдем на это дело с тобой на пару. Что скажешь? Сначала хочу глянуть на этот банк, а потом расскажешь свой план. Чудно. Можем съездить посмотреть на него прямо сейчас. Ладно, пошли. Так, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.